А вот это действительно уже номер под куполом цирка, это называется. Вот, вы видите, досточек нету. Вот. Старых досточек уже нет. Вот они, вот моя нога, да. Вот уже нога на тросе. И вот снимаю видео для истории, для потомков. И вот что происходит сейчас. Не надо там это делать. Мы новые положим и пойдем вперед. Потом будем убирать. Сейчас кто-нибудь убьется там. Вот так. Ну, что делать? В общем, короче говоря, Шекспир и племянники, это называется история. Чума. Как он пойдет сейчас обратно? Короче.